Canotti, Triple G Golovkin. Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях и комментатор телеканала HBO Рой Джонс-младший и тренер Геннадия Головкина Абель Санчес эмоционально поспорили о будущем казахстанского боксера. Как сообщает Fight Space, поводом к этому стало высказывание Джонса, сделанное после победы Головкина над британцем Киллом Бруком: «Если ты не можешь найти хороших боев в среднем или втором среднем весе, сделай то, что сделал Килл Брук против тебя. Поднимись в полутяжелый вес и встреться с победителем поединка Сергей Ковалев и Андре Уорд. Вот так нужно делать дело, если ты, конечно, хочешь их делать», — заявил Джонс. Ответ Санчеса не заставил себя долго ждать. Он нашел противоречие в высказывании Джонса. Рой Джонс дрался в 160 фунтах, провел пару боев в 168 и поднялся в 175, будучи средневесом. Но люди не совсем понимают один момент. Когда Джонс поднялся в 175 фунтов, он встретился с Майком Маккалумом, который был чемпионом в 154 за 8 лет до их боя. Он не был полутяжем, а это был предпоследний бой перед завершением карьеры. Майку был уже 41 год. Это не подъем к весе. Это примерно то же самое, что если бы Головкин провел бой в полутяжах с Даниэлом Гиллом. Когда Джонс просит Головкина подняться в весе и драться с победителем боя Ковалев Уорд, а считаю, что это будет Ковалев. Не то чтобы я не хотел боя Геннадия с Сергеем, я с удовольствием бы хотел. Но когда придет время, вы просите, чтобы Головкин встретился с полутяжем, который всегда дрался в этой категории, не имеет поражений и никогда не испытывал проблем в ринге. И это просят те, кто дрался с соперниками, которые уже проигрывали и были нокаутированы. Маккалум проигрывал нокаутом в среднем весе. Это просто нелепо слышать подобные комментарии от некоторых боксеров, — парировал Санчес. В ответ Джонс записал эмоциональное видео, в котором заявил, что у Санчеса нет и близко боксеров его уровня. У Головкина будет бой с Дэниелом Джейкобсом, и это хороший поединок. Мое высказывание заключалось в том, что если не найдет другие варианты в среднем весе, то можно найти другие. Абель говорит, что Головкин очень хорошо выглядел в спарринге с Крашером Ковалевым. Попробуйте сделать бой с ним, если тот победит Уорда. Вот таким и был мой комментарий. Когда я был в полутяжах, ко мне даже никто прикоснуться не смог. Будь я сейчас средневесом, ни один из его боксеров не смог бы прикоснуться ко мне и дотронуться до меня. И у Санчеса их никогда не будет, таких боксеров. Так и запишите, — заявил Джонс.